Одна? Нет. И у меня одна. И у меня одна. И у тебя одна? Одна. У тебя реально сумка не пришла? Да. Майк, возьми свой рюкзак. Как тебе без багажа в Китае? Я Димину сумку вожу, мне очень нравится, здорово. Подустали после перелета? Да. Нелегко, нелегко все это. Поспали немного, поэтому. Сейчас еще поспим, приедем в отель. Немножко отвыкли от дальних путешествий, потому что последний раз мы ездили в турне по Америке достаточно давно. И перелет Москва-Пекин, потом такая непростая пересадка и рейс Пекин-Ченду. В общей сложности заняли, наверное, около 15 часов, если не ошибаюсь. Состояние такое пока еще не ясное, потому что все-таки долгий перелет. Часовая разница во времени. Трудно представить, как ребятам будет тяжело тренироваться в данный момент. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем важность этого проекта для Евролиги, для европейского баскетбола в целом, потому что это даже проект не сколько для ЦСКА, сколько для Евролиги. Китай – это огромная страна, это огромный рынок. И очень важно то, что завтрашний матч будет показан, и послезавтра, кстати, тоже по национальному китайскому общедоступному телевидению, то есть большая аудитория. Поэтому ЦСКА рад, несмотря на все сложности для здоровья, принимать участие в этом проекте Евролиги, который наверняка позволит Евролиге найти здесь хороших партнеров. Китайский я до приезда знал одно слово, после приезда знаю еще одно. Поэтому к концу поездки, надеюсь, уже смогу разговаривать предложением. Каким? Вот вы спросите меня об этом в конце поездки. Я охарактеризую свои впечатления от поездки на китайском языке.